Землянин, добрый вечер. Спасибо всем вам, что пришли на наш концерт, на наш юбилейный концерт. Мы уже с ребятами, наш ансамбль состоит уже с 99-го года. И сегодня, чтобы мне помочь, мы попросили своего менеджера-продюсера, который вместе с нами ездит везде, Шон Куинт Патрик, чтобы помог. Спасибо, Эм, спасибо. Добрый вечер, Эйзенер, дорогие друзья, народ Республики Хакасия, жители и гости замечательной столицы Республики Хакасия, Абакан. Мы очень рады, что вы сегодня к нам присоединились на концерт, посвященный 20-летию этого замечательного ансамбля из Тувы «Алаш». Спасибо. Как я сказал, я работаю с ансамблем в качестве продюсера и менеджера. Музыки не буду очень мешать, но это моя очень большая честь представить музыкантов, которые сегодня выступают перед вами. «Алаш» уже, как вы прекрасно знаете, существует 20 лет. «Алаш» начал свой путь в музыку в 99-м году в Кызылском училище искусства. С этих времен «Алаш» играет в многих странах мира, в многих городах России. Сейчас только Африка и Австралия мы не побывали. И скоро ожидаем, тоже туда тоже поедем. То есть перед вами сидит трое молодых ребят, они еще, да, молодые, которые очень успешно работают, и они все достойны очень высокого и почетного звания. Справа сидит заслуженный артист Республики Тува Аян Ширишик. В середине ансамбля народный грумежи Республики Тува Бадель Доржу Ондар. И рядом со мной также народный грумежи Республики Тува Айено Сам. Вот, уважаемые гости, зрители, вас ожидает очень много сюрпризов, очень много замечательной музыки Республики Тува. И, конечно, как вы прекрасно знаете, чуть-чуть попозже к нам тоже присоединяются очень-очень интересные музыканты нашей гости. А пока давайте продолжим послушать музыку нашего замечательного ансамбля «Алаш». Давайте еще раз встречаем. Спасибо. Спасибо.